Его совместно провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления ФСБ Игорь Колосов. В зале представители всех контролирующих служб, на видеосвязи главы городов и районов края. 4 ноября по всему региону пройдут праздничные гуляния. Поэтому губернатор ставит задачу обеспечить охрану в местах массового пребывания людей, ужесточить пропускной и досмотровой режим, а подразделения полиции усилить казаками. Необходимо организовать постоянное дежурство оперативных служб и скорой помощи непосредственно, как я уже сказал, и 4 ноября, и 6-7 ноября в местах массового скопления людей. Нужно усилить подразделение полиции казаками. Казаки – это та сила, которая на самом деле должна обеспечить правопорядок на каждой улице, начиная с маленького хутора, станицы и заканчивая нашим столичным городом. Поэтому прошу здесь привлечь казаков ко всем мероприятиям, связанным с проведением этих массовых мероприятий. Все места массовых гуляний будут проверены специальной техникой и кинологами, а в праздничные дни за охраной общественного порядка будут следить более 3000 сотрудников внутренних дел.